мой любимый писатель Ганс Христиан Андерсен, свинопас, но он еще пока принц, значит, он ей розу подарил, соловья подарил, понимаете? Но не нравится женщине. Ну, не любит она розы, вот это птицы. Птицы срут, розы тебе подают. Ну, зачем это все? Думала, что-то такое интересное, ей скучно. Она живет с этими фрейлинами, дурами. Ну, вот, отец какой-то сумасбродный, понимаете? Ну, как вот, хоть развлечение бы какое-то подарил бы, порадовал бы женщину. Нет, обиделся, пошел вредительствовать. Стал из вредности давать то, что ей нужно. И унижать еще ее. Целую свинопаса, ты такая сякая, аморальная женщина. Сам ее ввел в это все. Ну так, если вдуматься. Ну свинтус. Она тосковала и дальше была вынуждена, ну так, действовать. Ну что делать? Вот, и папа выгнал ее, все. Ну, то есть уже даже получила на орехи. Нет, все равно. Все, роза моя не оценила. Да не нужна ему, ей была роза. Надо в любви вы даете то, что нужно человеку, а не то, что вам мерещится, что ему нужно. Это логично же. Ну что ж, если вам будут давать то, что вам не нужно, из любви. Вы как? Вы спросите, это ко мне любовь или где? Или к своему представлению о том, что такое, значит, прекрасно? Ну так же.